В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетил ряд промышленных и социальных объектов, в том числе металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау». Глава правительства Казахстана встретился с руководством компании на производственном объекте «Доменная печь номер 3». Алихан Смаилов сначала побывал на литейном дворе, где ознакомился с производством выпуска чугуна. Затем на пульте управления печи генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир рассказал гостям предприятия о реализуемых в компании крупных инвестиционных проектах, направленных на улучшение производства. В настоящее время на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» ведутся работы по 6 крупным проектам. На ТЭЦ ПВС меняют котел номер 1. На ТЭЦ-2 строят новый котел номер 7. Большая работа идет и на коксохимпроизводстве, где реализуется строительство новой газоочистки и ремонт коксовых батарей. Также активно ведутся работы по модернизации воздухонагревателей номер 8, 9 и 10 на доменной печи номер 3. Завершено строительство электрофильтра на агломашине номер 5. В июне текущего года начат еще один важный для технологического режима и снижения экологического влияния проект – строительство коксовых батарей номер 8 и номер 9. В угольном департаменте компании для улучшения условий безопасности и повышения производительности также внедряются несколько проектов. Таким образом, в ходе встречи премьер-министр и генеральный директор компании обсудили вопросы обеспечения промышленной безопасности предприятий, выделения инвестиций в модернизацию оборудования, улучшения экологической ситуации региона и цифровизации индустрии. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, Новости Темиртау.